Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить краткий обзор винтовочной пули финского производителя Лапуа. У меня в руках пуля 30-го калибра, модель B416, 200 грейн, 13 грамм, FMG-BT, Subsonic с баллистическим коэффициентом 0,518. Эта дозвуковая пуля является наиболее используемой в 308-м винчестере. Вот. То есть коробочки пластик, как всегда, по 100 штучек. Здесь у нас вкладыши, наклеечки. Вот так выглядит эта пуля. Ярко выраженная БТ. Этот боеприпас дозвуковой широко используется при снаряжении патронов для дозвуковой скорости с так называемыми саунд-модераторами. Вот. Он интересен для охоты на большие дистанции, естественно, не под 308, а уже, наверное, 30.06, 300 маг. В принципе, с ним работают изумительно. Отличная пуля с непревзойденным качеством фирмы Лапуа. Сейчас я вам скажу, какая длина этой пули, потому что это очень важно, особенно при использовании в 308. Длина пули 34 миллиметра. Ну, диаметр здесь классический 7,83, это 308 калибр. Вот. Ну, пуля в первую очередь, конечно, для практического применения, для практической стрельбы, но для охоты, вот, на средние и дальние дистанции тоже, в принципе, она пойдет. Спасибо большое за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем вас знакомить с новыми пулями, которые попадают нам в руки.